Более 3200 кустарников и деревьев. Именно столько саженцев будет высажено в Ульяновске в ходе акции «Посади и вырасти свое дерево». Липа, каштан, клен, ива и другие деревья появятся в областном центре до конца этого года. Посильную помощь в обновлении зеленых легких города оказывают все. Сотрудники городской администрации, жители окрестных микрорайонов, работники предприятий, студенты и даже школьники. Это очень важно, особенно для ребят, которые делают наш город лучше, принимая участие в этой акции. Ребенок, который будет ходить и гулять по парку, никогда уже не сломает это дерево, будет ходить и показывать, и говорить всем, что именно я посадил это дерево, это мое дерево. Сами ученики идею посадки новых деревьев взамен старого сухостоя восприняли с энтузиазмом. Для многих эта акция стала первым опытом высадки зеленых насаждений. Конечно же, сажать деревья – это важно. Во-первых, это во благо для нас, потому что деревья – это очень хорошее растение, даже так можно сказать. Они нам… Это очень, как сказать, большая польза для нас. 50 рябин, 50 лип и 50 кленов. Итого 150 новых деревьев появилось в парке. Они высажены на месте сухих, старых, аварийных. Как отмечает руководство парка, работы по благоустройству зеленой зоны ведутся почти непрерывно. В этом году благодаря главе города мы 6 раз перевели санитарный день по парку. Вывезена очень большая партия сухостоев, поросли, листва вывезли. Ну и до декабря месяца мы планируем еще раз провести такую же акцию. И прошу, чтобы жители этого района тоже участвовали на этой акции. Помимо парков, благоустройство и озеленение города проводится в скверах, на улицах областного центра, бульварах, проспектах и даже во дворах жилых домов. Артем Петров, репортер 73.